Вы смотрите «Информбюро», продолжаем выпуск. В Кызылорде скончалась 10-летняя девочка, пострадавшая в результате наезда на автобусную остановку. Ребенка доставили в больницу в состоянии комы, из которой она не вышла. Таким образом, число жертв этой аварии увеличилось до 4. В больнице еще находится 31-летняя женщина. Она осталась единственной выжившей. О ее состоянии врачи не сообщают. Смертельный наезд произошел накануне. Водитель «Тойоты» не справился с управлением. 3 человека погибли на месте. Женщина и ребенок были сильно травмированы. Водитель сейчас в изоляторе. За 4 дня операции «Нелегал» алматинские полицейские выявили почти 400 фактов нарушения миграционного законодательства. За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы оштрафовали 17 работодателей. За пределы страны по решению суда уже выдворили 69 иностранцев. Целый букет правонарушений совершил житель Павлодарской области. Он, будучи пьяным, не имея прав на управление автомобилем, снес ограждение на машине, не прошедшей техосмотр. Его арестовали на 20 суток и оштрафовали на 40 000 тенге.